Всем привет! Мы в Берлине. Да, и мы потихоньку возвращаемся в вещание. Да, вот, после наших долгих каникул. Да, у нас были каникулы летом, поэтому мы не снимали. Вот, сейчас мы в Берлине, и тем, кто не помнит или если есть новенькие, то мы объясняем, что мы студенты, которые учатся на международной программе. И один семестр мы должны были провести в Барселоне, мы его благополучно провели. Потом второй семестр был в Риге, мы в Риге тоже снимали. И сейчас последний семестр в Берлине, вот, потом мы пишем диплом. Поэтому в Берлине мы на месяца 3-4 или больше? Где-то на 4 месяца, да, мы да. не считали. И в протяжении этого времени мы вам будем рассказывать про Берлин, да. Сейчас мы стоим на станции. Сейчас 8.40. Да. И мы ждем своего трена. Нужно да. переставать это говорить. Поезд. Поезд. Мы ждем поезд, который едет в Билдау. Там находится наш университет. Да, добираться нам примерно час. Живем мы в Берлине, а университет находится в Билдау. Это немножечко южнее Берлина. Все, мы ждем поезд. Прям такой праздничный домик. Вот, и там находится наш университет. Наш университет не менее красивый, я вам покажу. И там он высокотехнологичный, можно сказать. Я вам все покажу. Смотрите, какие у нас мониторы. Вот. То есть, короче, они сенсорные. Да. И слайд-доска, как ее назвать? Смарт-доска, да. То есть она тоже сенсорная. Да. И то есть там на ней даже можно рисовать таким визуальным маркером и вот так стирать просто. Почему очень круто, да. Кстати, у нас в расписании было написано, что у нас сегодня пара до 6 часов вечера. Чему мы очень удивились, потому что это очень сложно. Но на самом деле пары у нас только до часу, а дальше это просто они обозначили, что нам нужно самим позаниматься. Мы такие заботливые. Вот это шайтан-машина. Сама открывается дверь. Также у нас есть возможность изучать немецкий язык от университета совершенно бесплатно, раз в неделю, полтора часа. Мы были уже на одном занятии, но нам не понравилось, потому что мы, во-первых, мы пришли без книжек, во-вторых, там было миллион миллиардов людей, вот, и, ну, дальше нас распределят на группы, и уже будет совсем по-другому. Мы уже пришли домой, на самом деле уже вечер, мы уже давным-давно пришли домой, успели отдохнуть после нашего первого дня в университете, который, кстати, был не такой уже и легкий. Вот, и мы очень долго добирались домой, потому что мы живем в центре Берлина, а наш университет находится в городе Вилдау, и это час езды вот с университета до нашего дома. Вот, на самом деле нас это устраивает, потому что у нас и такое расписание, что мы учимся только 3 дня в неделю, и 4-й день это курсы немецкого. То есть 4 раза в неделю нам нужно ездить в университет. Вот, и поэтому мы решили, почему бы нам не жить в Берлине, здесь интереснее, здесь есть что посмотреть. Вот общежитие, которое, или даже квартиры в Вилдау, там нечего делать особо, и все ребята, которые там живут, кстати, наши одногруппники, они всегда ездят в Берлин гулять, потому что
Ну, там нечего делать. Кстати, с первого дня в университете нам уже стало понятно, что в Берлине нам придется учиться и хорошенько поработать. Потому что уже на завтра нам задали 3 домашних задания, которые нам нужно сегодня сделать. И, ну, это напряжно на самом деле. И у нас еще, мы узнали, у нас куча проектов будет. У нас не будет экзаменов, слава богу. Я ненавижу экзамены и люблю больше проекты делать. Ну и, в общем-то, в сегодняшнем влоге мы вам показали меньшую часть, вообще мизерную часть из всего, что будет здесь в Берлине, что здесь интересного. Так что оставайтесь с нами, смотрите наши новые видео. До встречи, всем пока-пока!